Как оказалось, президент компании Epic Games обожает игры. Специально для нашей программы он согласился продемонстрировать свои успехи в своем же детище Gears of War. Что из этого вышло, смотрите далее. Я начинаю играть с уровня Тимгард. Это часть пятой главы, которая была добавлена в компьютерной версии игры. Вам необходимо отыскать поезд. В нем спрятана световая бомба, которую нужно взорвать. Я не буду рассказывать, как ее отыскать и что произойдет в результате, чтобы не портить вам удовольствие от прохождения. Просто побегаем и постреляем. Давайте посмотрим на игру в действии. Начинаем мы с того, что необходимо пересечь мост. Но пока мы этого сделать не можем. Интересно, почему? А вот хорошее место для засады, чем мы обязательно воспользуемся. Играть на клавиатуре, конечно, совсем не так, как с джойстиком. Но, как видите, это не сказывается на моей эффективности. Баланс управления мы подбирали очень тщательно. Высчитывали скорость движения курсора, время реакции геймера, точность прицеливания. Нифига себе, убили меня. Вы не обращайте внимания, что я держу мышь левой рукой. Вообще-то я правша, но в игрушки играю уже очень-очень давно, еще с тех пор, когда мышей в помине не было. А теперь мне просто лень переучиваться. Да и некогда. Но зато в нашем офисе я играю круче всех. Меня еще никто не победил. Вот здесь мы устроим еще одну засаду. Видите, отсюда хороший обзор, значит, мы сможем удерживать все направление. Хорошая позиция. Останемся здесь, пока нас не пристрелят. Ух ты, видимо, придется переключиться на легкий уровень сложности. Надо сказать, что многие вещи изменились при портировании игры на компьютер. Например, на контроллере стрельба из снайперской винтовки довольно сложное занятие. Трудно точно прицелиться в мишень, используя только стик джойстика. Зато в компьютерной версии целиться одно удовольствие при помощи мышки. Это очень легко. И теперь не будут в мультиплеере на тебя орать. Ах ты, лузер хрен. Вот этому по-любому придется умереть, потому что его никто не прикрывает. Так, зачистили это направление, но проверить гранаты никогда не помешает. В Gears of War нет очков жизни. Если вы словили слишком много свинца, экран покраснеет, но достаточно отсидеться, и вы снова готовы идти в бой. Охренеть, опять убили. Что-то на удивление сложно играть. Неужели эти русские опять перепутали уровни сложности, а? С собой можно носить 4 вида оружия. 2 винтовки, пистолет, гранаты. Давайте покажу вам все виды оружия. Это главный автомат, Lancer. Видите, у него на конце бензопила. Как смачно жужжит, да? Можно приблизить камеру, чтобы проще было целиться. Вот дробовичок. Обожаю смотреть, как эта дура перезаряжается. Конфетка просто. Вот пистолетик. Недаром про него говорят, что это оружие последней надежды. Надежды кого-то ушлепать этой пуколкой. Зато гранаты дают много возможностей. Например, ручное прицеливание. Вроде фантастика, но удобно. В реальной жизни вы же не видите, где она рванет, верно? Бензопила вам пригодится не раз. В том числе, просто когда что-нибудь нужно будет разломать. Про вражеские кости я и не говорю. Обратите внимание, как распадаются половинки врага. Главное в командной игре не забывать прикрывать напарника. В одиночку тут мало чего сделаешь. Как, меня убили? Да ё-моё, что ж происходит? Я же поставил самый легкий уровень. Gears of War — это, конечно, жестокая игра. Именно такая, в которую мы и хотим играть, не так ли? Это игра для настоящих мужиков. Враги очень умные, хотя и не говорят по-английски. У них там какая-то своя тарабарщина. Для меня одна из самых клевых вещей в игре — это камера. Когда бежишь, а камера идет за тобой, такое впечатление, что ты на войне, а за тобой бежит оператор и просит: «Ну дай поснимать, дай поснимать». Gears of War выходит на PC под Новый год. Все, как вы хотели, и даже более того. Плохие парни, большие пушки, море адреналина. Встретимся в онлайне.
Сегодня мы спасали людей от нашествия саранчи. Но ровно через неделю мы будем людей убивать. Нет, не потому, что мы так этого хотим. Просто в игре Кейн и Линч смертники по-другому нельзя. Ведь один из этой парочки психопат, а другой наемный убийца. Поэтому при встрече с ними ваши шансы остаться в живых стремятся к нулю. Lynch, I need your help here. Snap out of it. Kane, if they don't kill you soon,